мира озорник, любитель книг, ловкач игрок, жизнь между строк. И потому открыт ему незримый путь в любую суть. Танец злобного гения на страницах произведения — это игра без сомнения, обреченных ждет поражение. Всегда он рад всего за час, прочтет он вас. Он волен взять и поменять строку и с ней смысл темы всей. Танец злобного гения на страницах произведения — это игра без сомнения, обреченный ждет поражение. Танец злобного гения на стране.